Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Фердинанд Виктор Леон Руабе. Одалиск. Холст масла 70/82. Фердинанд Виктор Леон Руабе – один из самых известных французских художников второй половины 19 века. Портретист, гравер, мастер жанровой живописи. В 1871 году изучал музейные коллекции в Голландии, где копировал полотна Рембрандта и Хальса, что оказало заметное влияние на его манеру творчества. На полотне изображена Одалиска, или комнатная девушка, прислужница в Османском гареме. На Западе одалиски воспринимались как наложницы или сексуальные рабыни, хотя в большинстве случаев они были лишь обычными горничными и служанками. В 18 веке термин употребляется для обозначения эротического жанра в живописи, где изображена лежащая на боку обнаженная восточная женщина. Словом «одалиска» в русском языке иногда называли наложницу из крепостных девушек. Образ одалисок привлекал воображение западных художников-ориенталистов 19 века. Эти художники, не видевшие не то что дворца султана, а зачастую даже не бывшие в Османской империи, изображали картины, нарисованные их воображением. Одалиски обычно изображались молодыми, прекрасными полуобнаженными женщинами в восточных одеждах и интерьерах. На изображениях они либо возлежали на подушках на фоне ковров и кальяна, либо исполняли танец живота перед своим господином. Ну вот, такое описание нашел к работе Фердинанда Руабе «Одалиска». Работа находится в главном штабе Санкт-Петербурга. Пока-пока, до свидания.